Всем привет, меня зовут Надя Шмафин. Сегодня мы поиграем в инди-хоррор про Спанч Боба, который называется Потрик Снап. А, нажмем играть. Are you ready, kids? Да! Hi, Captain! I can't hear you! Hi, Captain! Oh! Who lives like a barnacle under the sea? Ни хрена ты. Старушка. А что у тебя за склад говна здесь? Скажи мне. Поговорить с Потриком. Подожди, Потрик. Я с тобой пока не хочу говорить. Я хочу посмотреть, что тут есть. Хочу посмотреть, как ты живешь. Ни хрена у тебя бутылок. И багет. Ле багет. Кастрюли какие-то. Бризер. О, а ты голову свернешь? Да, походу. А, ты смотри-ка, какой затейник. У него там... журналы с женщинами. Так, гостевая. Ты тут спишь, да? Какие милые подушечки. Но спишь ты, походу, на мраморе. Это ты красавчик. Ладно, ладно, поговорить с тобой надо. Ой? Привет. Привет. Можешь дом почистить? Окей. Нажми. Давай добавим в сторож рум чего-то там. Добавь картборд. А картборд это типа настенная, настенная хрень какая-то. Добавь картборд в сторож рум. Тоже сторож рум? Ну да. А как? Может, мне нужно подобрать что-то здесь? Подожди, он мне сказал, начни с ливинг рум, типа с жилой комнаты. Может, надо что-то забрать отсюда и унести тут. А, просто унести коробки. Я поняла. Я поняла тебя. Смотри, не смотри, шею себе свернешь, чтобы на меня смотреть. Хотя, возможно, тебе это не мешает. Возможно, тебе просто нужно починить телек. А я, кстати, в ванной не была. Надо сходить. Вдруг мне надо пописать. Очаровательно. Ну, я смотрю, ты такой... А, туалетная бумага у тебя тоже из мрамора? А тебе удобно будет так? Ни хрена! Ой, я умею прыгать. Я проверяла, что там по туалету и туалетной бумаге. Это туалетная бумага у тебя? С запасом. Молодец, 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 понимаю. Ну, не так давно же у нас было все вот это... Маски, самоизоляция и тролливали. А с бумагой это дефицит был, дефицит. Так что всегда лучше иметь бумагу про запас. Это ты правильно, это ты молодец. Хотя не знаю. Ты что, может, у тебя разминка для шеи такая странная? Чё ты хочешь? Did you finish cleaning? Ты завершил уборку? Нет, но осталось 3 ящика там. Keep cleaning up. Продолжай. Продолжай, я буду смотреть телек. Хорошо, если я закончу, я тебе скажу. Хорошо. Всем все хорошо. Я аж забыла, о чем я говорила. А, у тебя разминка для шеи, наверное, да, точно, по-любому. А я кто? Я грузчик или я у тебя в рабстве? Я кто здесь вообще? Такое ощущение, что это мини-стиральные машинки издалека. Хотя, если это колонки, то они тоже из какого-то камня. Мне кажется, они не будут работать. Как и все остальное тут. Как особенно мраморная туалетная бумага. Ты подумай над этим. Туалетная бумага про запас-то, конечно, хорошо, но мраморная уже перебор. Уй-ой-ой-ой-ой. Бежит только как бежик. Так, ну что, поговорить. Я нажимаю Е, чтобы интеракт. Он не хочет со мной говорить. Меня же ни игра не занесла. Ё-моё. Ну, поговори со мной, Потрик. Ладно. Я массажирую твое пузо. Алло, слышишь, поговори со мной. Мне кажется, из-за того, что я отошла, его немножечко залагало.
Ох, как я люблю такие игры. Так, это же придется заново все таскать. Ну да. Потому что что? Потому что меня залагала игра. Кто бы мог вообще быть удивлен. Ох уж эти неработающие, блин, игры. Are you ready, kids? Да, мы готовы таскать коробки. Это будет самое лучшее приключение в нашей жизни. Ла-ла-ла-ла-ла. Очень весело. Хорошо. Хорошо, я поняла. Я это уже проходила. Я постараюсь в этот раз не сбить тебе скрипт. Мне кажется, я трачу свою жизнь куда-то, не туда. Ты знаешь об этом? Я никогда не задумывался, да? Я тут стою и таскаю тебе коробки. Мне кажется, что-то не так. Я могла заниматься другими делами. Играть в нормальные игры. А не вот этим. Правда? Ну, ради тебя со свернутой шеей, конечно, стоит посмотреть. Я надеюсь, что игра будет работать по-человечески и удивит меня в конце. Я очень на это надеюсь. Да? Да. Мне кажется, у тебя там челюсть отвалилась. Ай, блядь, каждый раз не очень. Ну, поговори. They'll be watching. Да-да-да. В этот раз я не буду торопиться, специально постою на ящике, чтобы он там нашел себе место для спавна. Может, он просто хочет меня, чтобы я умерла в этом... его... в этой его кладовке. Давай, я готова. Смотри, я готова. Я специально не оборачиваюсь. А ты что-то как-то меня прижал. Did you finish clean? Ты завершил? Да. Wait here, I will come again. Подожди здесь, я снова приду. Хорошо, задание в этом доме. And stop talking and wait here. Заткнись и жди здесь. Ну, как скажешь. У меня смартфон даже есть. Hey, алло. Mr. Krabs. Hey, Patrick, did you get me the guy for? This. I brought it. Great! I brought the money, you know, we'll come tomorrow at farm. Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. У них там какие-то дела, походу, чернушные. Может, я что-то не то перевожу? Не те коробки? Go to your room and sleep. Иди в свою комнату и спи. А мы с тобой вместе живем? Я кто? Я кто? Пойти в гостевую комнату и уснуть. Блять. А как? Спасибо. Я точно тут в гостях, а не в рабстве. Так, ну это моя постелька такая хорошая. Я ложусь на мрамор, мне нормально. Я причем лицом туда, бух, прям в камень. Чтобы лучше отрубаться. Ох ты, ё-моё. Это что за жесть? Помогите, говорит. Поговорить с Потриком. Потрик, это ты начудил? А, поговори с Панч Бобом в соседней комнате. А! Опять ты! What are you doing here? Ты что тут делаешь? Ничего. Don't enter here. Не входи сюда. Go clean the kitchen. Иди убирай кухню. Я тебе кто вообще? Почему ты меня командуешь? Почему я тебе вообще живу? Иди убирай кухню. Ебать! А что мне с этим делать? Куда это убрать-то? А. Это, похоже, Спанч Боба на части разорвали. Жалко его. Может, его сожрали еще вдобавок? Расчленение и каннибализм? Ну что, в этот раз уже не страшно, я тебя видела. I just went out to clean the kitchen. Я хочу просто посмотреть, как ты смотришь, убираешь кухню. Ну ладно, смотри. Мне не жалко. Ну лучше бы ты мне за это платил еще вдобавок. Что, бесплатно тебе кухню убираю? Ой, какие у тебя тарелочки прикольные. Типа убираю кухню, не задавай вопросов. Так что ли?
Наверное. Кто тебя знает? Кто тебя знает? Что в этот раз? За что? Я все сделала. О, привет. Are you afraid of me? Ты боишься меня? Но ты что-то не очень так-то выглядишь. А где Гэри? Где мяу? А. Как его жалко. А? Расчленка какая-то. Нет, я тебя не боюсь. Что ты тут делаешь? Я убираю дом. Как долго ты здесь? 7 дней. Послушать Патрика и мистера Крабса. This is the boy. Вот пацан. What? This is the guy. You'll take it for half the price. Это чувак, мы договорились на другую цену. This is really funny. Очень смешно. Заплати по полной цене. Мне только половина. Окей, мистер Крабс. Меня продать в рабство хотят. Они еще и перестрелку там устроили. Лол. Это какой-то Гомер Симпсон. Эй, ты, удачи утром. Походу, они все кукуха едут. Ладно, я посплю на полу. Чего? Говори. А, нифига, ты как-то... завтра Патрик будет спать, и мы сбежим. Ты согласен? Sleep да. Now. Спи давай теперь. Не назад такую. О боже. Что за нелепость? Я думала, игры про Спанч Боба будут страшнее. Погарцы добавили. Hey, Hazem, look at the fat Patrick very fast. Неуютная игра. Very fat, stop. Ой, его застрелили. Do you want to say something? Хочешь что-то сказать? А что, Гэри тоже сдох. Откуда он балаболит? Нет. Нет. Понюхаю губку Боба. А, это ты дудишь там? Вместо сигары, что ли? Это точно Гомер. 100%. Так, ну я поспала в крови. Нормально, могло быть и хуже. Теперь главная задача сбежать. Убить Патрика? Ни хрена себе. Вот это поворот, конечно. А, я уже выбралась. Мне нужен нож. Ой-ой-ой-ой-ой. А! Ты зачем это выкидываешь? Бери. Опа. Пистолет добавлен. Ой-ой-ой. У меня фонарик даже есть. А как мне? А как мне убивать? У меня фонарик есть, а пушку достать не могу. Непонятно. А, он спит. Тут с деньгами спит. Он, короче, всех продал. Всех убил. А спит с открытыми дверями. Ой, глазами. Как тебя замочить? Слышь? Может взять нож? Вы не доположишь. Сколько у меня есть орудий убийства Патрика? Ну-ка, подожди. А я... управление было в меню. Но если ты не посмотрел управление в меню, то ты не будешь знать управление вообще никогда. Как тебя убить-то, блядь? Слышишь? Ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно. Бить Патрика. Я могу только его засветить до смерти. Могу поджечь. Так, это не то. Резюме.
Так, что я могу? Какие у меня есть клавиши достать оружие? Опа! А я все, я убила его. Злой Патрик был напасен, потому что нечего убивать губку Боба. Есть! Ура, мы всех победили. Под такую драматичную музыку я буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте комментарий. Всем спасибо и всем пока.